потому что не хотела обижать Татьяну Анатольевну. Встречайте, Юлия Ковальчук и Роман Костомаров. Ну да, они давно уже заслужили 12. Просто как-то не удавалось забрать свое. Я не знаю, что там у Ромы отлегло. У меня впереди еще много программ, у меня ничего не отлегает. Я знаю, что, боже, такой выдох, и тут же опять вдох, потому что надо что-то новое разучивать. Я тебя вращаю. Встаешь, Юля. Поехала, хорошие беговые, да. Да. Ой-ой-ой, это была моя идея. И Рома меня поддержал всецело, за ногу и за руку. В этой моей идее. Вот, мы катаем под Хворостовского Дмитрия. Очень красивая композиция. В общем, она нам очень нравится. Да. Лицом больше. Да, лицом. Такой уродец вообще. Кого я тащу вообще, непонятно. Я думаю, что будет сложная дуэль. Почему-то мне так кажется. Боевая ничья. Я была бы счастлива, если была боевая ничья, потому что... Ты будешь счастлива, если ты сделаешь то, что запланировано, ты будешь счастлив. Будет боевая ничья. Молодец, Роман. В какой же строгости он держит Юлию. Они будут танцевать под песню Игоря Крутого «Вас и меня» в исполнении Игоря Крутого и Дмитрия Хворостовского. Гениально это слияние черного и белого. Или «Туа и муа», как в песне «Тебя и меня» слились в одно.
как задали темп, как начали выполнять сложные технические элементы в начале танца, так до конца их и выполняли. Не скрываю своей симпатии к этой паре. Чемпионский танец, и больше ничего не хочу по этому поводу говорить. Хочу пригласить вас, уважаемые телезрители, если у вас есть такая возможность, приходите 25 и 26 декабря во дворец «Мегаспорт» на Ходынском поле для того, чтобы посмотреть гала-представление шоу «Ледниковый период». Это будет незабываемое зрелище. Молодец. Браво. Сегодня была очень хорошо. Молодец. Я Ромке там в ногу так врезала. Ну, все было очень хорошо. Сильно, да, Ромка? Так, знаешь, мягко так. По-дьявольски катались. Молодцы, молодцы. Знаешь, вот не торопясь, вот оно вот так вот шло вот здесь, вот очень хорошо. Меня прям взвело. Молодцы. Финал отыграла. И да? Все это сделал и выбросил на тебя. И начало было изумительно красиво. Молодцы. Юлия Ковальчук, Роман Костомаров. Оценки за технику. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. Я не вижу. Какие оценки? Не слышно. Саша, какие оценки? 6-0. Какие поставили? 6-0. Молодой такой, красавец. Общий бой. Ой, гордая за него. Одна из самых сильных пар нашего проекта. Прекрасные оценки, великолепное катание. Михаил Александрович, я понимаю, девушки были заворожены Ромой. А вы, я так понимаю, Юлией. Я всем заворожен. Вы знаете, вот я вижу, что рождается новый... Это не вид спорта, это не искусство, но это так близко. Простят меня фигуристы, и вы все здесь выдающиеся. Но мне кажется, что будущее за этим синтезом, я преклоняюсь перед этой парой абсолютно. Огромное спасибо. Татьяна Анатольевна, я надеюсь, мы услышим от вас сейчас комплименты. Ну да, как я могу не сказать комплименты... Во-первых, я хотела бы сказать комплименты Дмитрию Александровичу Ростовскому. Который наделен голосом редкостной красоты. Я, конечно, много концертов его слушала, много. И... В опере его слушала. И у меня очень много дисков, и я являюсь его страшной фанаткой. А я думаю, что номер прекрасный. Я уже не хочу говорить об этих элементах, которые там используются. Просто действительно катание какое-то уникальное стало. Рома, я тебя с этим поздравляю, потому что ты, в общем, ты как-то добился своего. Ты любишь технику. Ты любишь грамотное, настоящее катание. Ты не понимаешь по-другому. И ты не спускаешься на эту ступеньку вниз. И мне в тебе это всегда очень нравилось. Поэтому ты олимпийский чемпион. А Ковальчук, она просто наша. Юля, признайся честно, только не разочаруй меня. Это твоя была идея? Да. Скажи да. Просто да, лучше обмани меня. Нет, правда, это была моя идея. И в этом смысле огромное спасибо и Роме, и Илье, потому что они даже секунды не думали. Они сказали, да, берем, все, пойдем. Поэтому как-то так все сразу срослось. Ром, ты так всегда ходи. Тебе так это идет. Уезжай. Минута закончилась. Иди, я вернулась. Иди уже. Молодцы, поздравляю вас, блистательно. Спасибо.